Жим сидя в тренажере. Упражнение для развития мышц пояса верхних конечностей. Выполняется в тренажере. Разгибаем руки, удерживающие рукоятки подвижного элемента тренажера, почти до полного их выпрямления. Далее возвращаемся в исходное положение. Упражнение оказывает воздействие на большие грудные мышцы, передние пучки дельтовидных мышц, трицепсы и зубчатые мышцы. В этом упражнении можно варьировать ширину хвата и амплитуду движения.